Здравия единомышленники, мы тема освобождения от захватов, и сегодня мы попробуем рассмотреть еще один принцип в освобождении от захватов. Это принцип Любко. Есть три вида боя: бой на смерть, цель этого боя убить жизнь. Есть бой на зверки, цель этого боя убить движение, а движение это и есть жизнь. И бой на Любко, цель этого боя родить движение. То есть практически родить жизнь. И когда есть любой захват, вот есть жесткий захват, который выбрал полностью все мои степени свободы. И теперь моя задача, здесь нет движения, оно убито. Партнер сам убил это движение. И это движение мне нужно родить в себе. Где? Где во мне есть степени свободы или слабины? Вот в поясничном отделе у меня есть небольшая слабина. И в коленных суставах. И вот я потихонечку начинаю эти слабины выбирать, меняется все положение. Я подхватываю это движение и начинаю выполнять освобождение от захвата. Любой обхват, к примеру, то, что мы делаем на прошлом занятии. Опять же, сковали. Вот меня не бросает, но сковали движение. Где у меня? Вот здесь верхняя половина тела, вся скована. Поясница. Поясница и ноги. И вот если я чуть-чуть изменю положение свое, и вот начну течь этими опорами до уведения нитро плеч. Дальше, например, выходит из равновесия, я подхватываю это движение, усиливаю и ухожу с ним. То есть моя задача не полностью повторить это движение, а все-таки вернуться. Любой захват, который может быть, вот захват, опять сковали полностью все у меня. И опять начинаю искать, где степень свободы. Вот у меня степень свободы в коленном суставе. Вот это движение прошло. И партнер, чем он сильнее напряжен, тем больше он падает весь как бревнышко. Без этого понимания, без ощущения работы по силе, да, можно потом этот принцип использовать на попытку захвата. Мы сегодня сейчас это пока тему не рассматриваем. Но задача в любом захвате, в жестком захвате. Взяли захват, вот он, взяли захват, все взяли. И вот он на степень свободы, вот оно пошло. Все. Партнер выведен из равновесия и начал рассыпаться. Он пролетает мимо своих опор, на которых стоит. Еще раз, смотрите. Вот он стоит жестко на своих опорах. А вот теперь мои опоры чуть-чуть поплыли. Вот он движение пошло. Я сажусь на это движение, усиливаю его. Дальше он будет работать сильным тяготением, а я уже выпрямляю. Моя задача не работать за земное тяготение, а только лишь сесть на движение и дать ему намек на то, что это произойдет, то есть это падение произойдет. Он верит в это и исполняет уже до конца. А моя задача остаться в сильном положении. Поэтому ошибки типичные. Если вы начинаете искать эти степени свободы, свои слабины, и вы подлазите куда-нибудь в такое положение, сев под него, то вы оказались даже психологически в более слабом положении. Хотя он еще и оперся физически на вас, не только психологически. Отсюда вам не выйти. Ваша задача найти степени свободы, причем их не резко, не рывком вот так вот, где вы опять стали опять новое положение, и он опять может перестроиться. А плавненько, вот вы чуть-чуть раз подтекли, вот все, смотрите, вот оно пошло движение. Вы усиливаете, эта рука больше не идет, эта работа, теперь эта рука, вот я колено сейчас. Я постепенно так выбираю. И эта техника позволит вам пойти к следующей работе.